14 апреля КФУ посетила делегация представителей Тюменского нефтяного научного центра. Данная компания уже имеет результативное сотрудничество со многими крупными вузами России. И теперь внимание привлек Казанский университет. Знакомство с КФУ представители компании начали с музея истории, а после отправились в лаборатории Института физики и Института геологии и нефтегазовых технологий. Гости университета не скрыли, что КФУ оставил прекрасное впечатление и полностью оправдал свою высокую репутацию. И, конечно же, с ним хочется сотрудничать и дарить студентам большие возможности. По результатам визита будет составлен протокол взаимодействия, да, какого-то сотрудничества о намерениях. Я думаю, что мы по этому протоколу будем работать и будем сотрудничать.